Нахожусь на выставке «Уникальная Россия», огромнейший павильон с многими выставочными экспонатами, какие-то рукоделия, какие-то восстанавливаемые храмы, то есть огромное количество всего. Это просто вот «Уникальная Россия», 100% подходящее название. Ты идешь и понимаешь, что это просто такое наследие, которое бы нам просто увидеть, не говоря, что еще у кого-то что-то воспринять. Рекомендую, если будет возможность, каждый год проходит эта выставка в гостином дворе в Москве. Вы не пожалеете. Это просто ты понимаешь, что, во-первых, тут Богом данный талант, некоторые вещи такие, как делать, плюс история. Ну, я просто в духовной радости, что я здесь побывал. Замечательнейшее место, рекомендую.